Прихода весны жители дома номер 18 на улице Октябрьской в Ликино-Дулеве теперь боятся больше всего. С наступлением оттепели в их квартирах может начаться настоящий потоп. Уже сейчас жильцы верхних этажей подсчитывают сумму причиненного ущерба. Неприятности в квартиру семьи Кисловых пришли неожиданно. Среди ночи с потолка начала капать вода. Началось прямо по люстре все. С люстры. Квартира расположена на последнем этаже, поэтому последствия не заставили себя долго ждать. Вон, наш поклевка сейчас ползает. На потолке теперь красуются желтые пятна. Отошли обои, а в ванной полностью отлетела кафельная плитка. Протечка произошла в начале декабря, но до сих пор стены остаются сырыми. А это благоприятная среда для плесени и грибка. Даже тазики далеко не убирают, опасаясь продолжения потопа. И, как уверяют жильцы, первые проблемы начались еще в прошлом году. Написали письмо им сначала. Ну, приходишь, пишешь заявление. Вот. Сначала вообще тишина была. Написали второе заявление. Вот. Но каким-то образом получилось так, что управляющая компания сменилась. А проблема так и не решилась. Этот потоп стал самым сильным за все время. Вода дошла до соседей снизу. Здесь потекло. Тут потекло. Тут так, ну, не, ну. Ну, видно, что обои, да? Вот прям по розеточкам начало, ну, течь. Ты как, год назад ремонт сделали, потом течь начало все. Жителям пришлось забираться на крышу и расчищать снег, чтобы хоть как-то уменьшить поток воды. По их словам, представители управляющей компании пришли только один раз, чтобы составить протокол. А уже на этой неделе синоптики прогнозируют потепление. И тогда есть вероятность, что масштаб трагедии будет в разы больше. В управляющей компании нас заверили, что ремонтные работы начнутся уже со дня на день. А потекла ливневка. Судя по всему, льдом раздавило. Вот. Сейчас морозы, ничего сделать физически невозможно. Будет потепление, вот буквально послезавтра уже начинается потепление, там 0 плюс 1. Будем проводить работы, вытаскивать эту воронку, полностью все обрабатывать, сушить и по новой все герметично собирать. Также Андрей Кока пообещал, что во всех квартирах, которые пострадали от потопа, будет составлен акт о нанесенном ущербе. В дальнейшем эта сумма будет компенсирована за счет средств управляющей компании.